Вирус Зика передается половым путем. Как сообщает агентство Рейтер, в США медики выявили первый подобный случай. Переносчиком стал человек, который вернулся из Венесуэлы. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вирус появился и в Таиланде. Отмечу, до сегодняшнего дня считалось, что лихорадка переносится только комарами. Есть информация, что вирус Зика возник из-за неудачных экспериментов по генной модификации в 2012 году. Как пишет британское издание The Mirror, для борьбы с лихорадкой Денге и другими заболеваниями создали специальных насекомых, однако в результате получили комаров-убийц.